Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как сбросить настройки звука на устройстве Samsung проектор LSP3. Итак, для этого мы с помощью пульта нажимаем налево, оказываемся в данной шторке, листаем до меню, далее вправо, нажимаем настройки, настройки, все настройки, и теперь опускаемся чуть ниже на Sound, далее направо, Expert Settings, открываем. И далее опускаемся ниже до Reset Sound, то есть сбросить настройки звука. Нажимаем ОК и нажимаем налево и Reset. На этом все, мы сбросим настройки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!